Книга «Открытым оком», автор Игнатий Лапкин. Вопрос 2652, тема «Старообрядцы». Почему вы так стойко держитесь за старую веру? Ведь мир меняется, с ним упрощается и обряд. Ответ. Мы внимательно наблюдаем за процессами, происходящими в новообрядческой и других христианских церквах. И мы неизбежно приходим к выводу, что попытка компромисса с духом времени, приспособленчества, неизбежно приводит церковь к обмерщению. Мы храним не только древнехристианские формы богопочитания, двуперстие, трехпогружательное крещение, хождение во время обряда по солнцу, по часовой стрелке газета, но и соответствующие евангельскому и святоотеческому учению дух любви, послушания, милосердия и всех христианских добродетелей. Ответ закончен. Далее этот ответ комментирует Игнатий Лапкин. И ни слова о том, что старая вера не обряд, а именно апостольская, та самая старая, какая была в первом веке. А о той вере старообрядцы понятия никакого не имеют и в ней не нуждаются. Они держатся за времена князя Владимира, считая ее за эталон. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Галатам 2.14. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Скажите, что ночью Христос не воскрес. Добавьте, что да, виноваты, проспали, что в сеть завернувшие тело и крест пещеру к утру рыбаки опростали. И деньги, приварок к сухому пайку, начальнику стражи и всем рядовым. Здесь выдумка все, а от правды лоскут. Могила пуста, остальное же дым. Подкуп и взятка у власти на пятках. За деньги лоббисты продвинут закон. От взгляда вчерашних бежит без оглядки иной голодранец почти босиком. Продажные, рыжие, черные шлюхи из слага нашили трусишки бесплатно. Христопродавец по статусу Плюшкин. Глядишь, президент и назначит в пилаты. А совесть сожженная, первопричина, голоса Божия вовсе не слышит. Личности нет под копирку личины, с красными рожами, черные, рыжие. Деньги сгорели, пропали и пенсии. От бальзамации прошлых дефолтов. Сколько убили, голодных повесили. Скольких убили, голодных повесили. Союз расчленили, смеясь на осколки. Когда-то пузатые и красномордые были же, были детишками пухлыми, Бога не знали, грехами их сгорбило, ад отрицая, в гиенну и рухнули. Кто примирился с небесным Отцом, жертву Иисуса принял на Голгофе, власть солдафонов плюет им в лицо, не слышали камня упавшего грохот. Спасением торгуют прожженные души, им страх обличения на смертном одре. Неверие лед, как крещенская стужа, из деточек вырастет диких зверей. 5 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин.